Нет, наоборот, я этому очень рад. Я и нашему интервью очень рад сегодняшнему, потому что это дает нам возможность прояснить позицию, объяснить, что происходит в реалиях и чем мы руководствуемся. Вот вы начали вопрос, чего? Обыски, аресты. Какие обыски? Какие аресты? Кто арестован? Назовите хотя бы одну фамилию. Ведь этого ничего нет. Не нужно, понимаете, но не нужно ничего прийти. Я не говорил об арестах, я говорил об обысках. Звучит, понимаете, алармистская какая-то позиция, такая караул, кошмар. Ничего, но да, есть Генеральная прокуратура Российской Федерации, которая обязана следить за соблюдением законов, принимаемых в Российской Федерации. И все граждане, все организации, физические и юридические лица, работающие в России, должны с этим считаться и должны с уважением относиться к законам Российской Федерации.